Привет! И сегодня я покажу вам и расскажу, как сделать вкусный кексик в микроволновке за 3 минуты. Что же нам для этого понадобится? Первое. Это 4 столовые ложки муки. Потом 4 столовые ложки сахара. 2 столовые ложки какао. 1 яйцо. 3 столовые ложки молока. 3 столовые ложки подсолнечного масла. И что ж, после этого мы должны все эти ингредиенты смешать в чашечке. И сейчас вот я всыпала все ингредиенты. Сейчас я размешаю и покажу вам. Вот я смешала. Получилась такая вот смесь. Вот. И сейчас мы эту смесь ставим в микроволновку где-то на 3-4 минуты. 3, 2, 1! И вот такой вот у нас получился кексик. Вот, я его достала с чашки и посыпала пудрой. Вот. Если же вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи и пока!